когда в 2008 году Россия напала на Грузию, Буш был расстроен с этим, он много чего хотел сделать, но он уже был lame duck, он уже был хромая утка. В августе 2008 года ему оставалось быть президентом 3-4 месяца. В ноябре избрали Обаму, все. В начале 2009 года Обама посылает, первое, что он делает, он посылает Клинтон, секретаря Госдепа, с красной кнопкой. Перезагрузка. Перезагрузка. Забудем Грузию, ничего страшного, это в вашем влиянии. И, конечно, Путин, а что он, как и все остальные диктаторы. Он говорит, ну если мне это разрешили сделать, как Гитлер говорит, если мне евреев разрешили убивать, никто ничего про это не говорит, и цыган, и гомосексуалистов, и душевнобольных, то я могу и всех убивать. Никто ничего не скажет. И Сталин тоже, когда. Если мне никто ничего про Голодомор не говорит, что я могу передушить тут всю Украину, чтобы купить 2 трактора у американцев. Они все молчат, значит, я могу и всех остальных в ГУЛАГ загнать. Все. То же самое и Путин, как и другой диктатор. Он говорит, раз Грузию мне слили, сдали, значит, я могу и Крым забрать. Никто ничего не скажет.